Сегодня устанавливаем люстру у постоянных клиентов. Точнее, конструктор сделай сам. Ну да. И кот не против. Нам нужно сделать демонтаж старой люстры. Ты в прошлой жизни тоже мастеровым был? Сейчас перекинь только. Домовым был в прошлой жизни, потом все проверяю. Мотя, ты посмотри на него. Мотя, Мотя. Ну, мои винтики понравились Моте. Ну, что ты скажешь? Может быть, вам нужно там что-то подделать? Ну, я буду тут на подхвате. Да мне же делиться придется выручкой, если вы будете не помогать. Да боже упаси. Можно. Тебе сверлилка нужна или что? Да. Ну, ты посмотри на меня. Мотя, Мотя, Мотя. Мотька. Вы отключили, надеюсь, это? Энергетика. Дело все в энергетике моего чемодана. А ну, брысь. Ну что, деньги нашел, да? А ну, иди отсюда. Ой. Бандитская морда. Здесь у нас дюбель-гвоздь. Быстрый монтаж. Отпустим гаечки. Что он хрюкает? Подарился? Шуруп, наверное, проглотил. Нет, это вряд ли. Вообще он просто жирный, поэтому у него дыхание бывает уже проблемы. Теперь вот эту шайбочку. Пропускаем проводочки в отверстие. Вот так. Вот так. И вот так. Теперь вот эту чешку. Шайбочка, гаечка. Чего удивляться? Чего удивляться, скажи? Такой классный чемоданчик. Тебе что, персональный кузырек будет? Угу. Матильда. Что я сказала? Мне что-то кажется, что я переврала 978. По-моему, мне сказали 987. Надо будет уточнить. Да. Теперь синие проводочки соберем в кучу. Это будет общий провод. 6 синих проводочков. Два коричневых, это две лампочки. Четыре коричневых, это 4 лампочки. И сейчас мы это все пропаяем. Лучшее соединение — пайка. Немножко канифоли. Теперь припоя. Следующий проводочек. Также заложим кончики с обратной стороны, которые пойдут под клинник. Термоусадочка.
нагреваем то. Это было до того. Это было в конце каникул. Это было в конце каникул. Мы все дружно подцепили. И отсюда. И отсюда. И еще вот так. На всякий пожарный случай. Теперь установим клемник. В общем, посерединке. И два красненьких на выключатель. Теперь прозвоним общий провод. Он должен звониться в каждом патроне. Это похоже на... Аня, где я тебе ребята? Секунду! Поменялись, на дачу съездили. Это две лампочки. Иди, мама, ты спрятала. Вот одна. И вот вторая. И четыре лампочки. Две с одной стороны и две с другой. Все окей, можно устанавливать. Сначала проверяем потолок и установим кронштейн. Мотя, а что ты от чемоданчика отлип? А? Уже получил кайф, все уже не надо? Все, уже вылез из чемодана. Вот Мотька. Я уже скажи, уже и с младшей хозяйкой полежал, и гостей встретил, проверил, чтобы ничего не унесли. И здесь попробуем под углом. Нормалек. Дюбелечек, а дюбель пятерочка, нейлон. Также и здесь. И вот так. И вот так. Теперь подвешиваем. Теперь подключаем красный общий. Посерединке. Этот сюда. И этот вот сюда. И зажимаем. И крепим люстру. Вот так. Вот так. Все окей? Все окей. Так, проверяем то. Так, одна. Две. О, вот это одна клавиша. Значит, мы как? Вот как там, вы да, хотели? Да, да, вот там. Вот две, хорошо. Вот так вот. Вот. Как скажете, так и будет. Что, что хозяйка точила? В комплекте имеется вот такой ключик. Очень полезная вещь. И последнее.
И проверяем. Сначала включите две лампочки, чтобы было. Так, и что-то. А, у нас одну лампочку. А где он? В кармане. В кармане. Вот так вот. Глаз да глаз нужен. Да, мы такие. Не зря же я однажды вынес лампочку, нечаянно. Складываю в чемодан и вынимаю из кармана лампочку, пихаю в чемодан и заталкиваю этим самым спецовкой своей. А хозяйка смотрит. А я как-то автоматом не думаю, я прихожу домой, вынимаю, блин, лампочка. Ё-моё, я ей сразу звоню, говорю, я вас лампочку увел. Она говорит, я знаю, я видела. Я говорю, да чего же не сказали. Я думала, что это дополнительный гонорар. Да, так я ехал специально на Болонь, чтобы лампочку отвезти, представляете? Ну да. Потому что не мог так. Нормально, нигде ничего не подкорачивает, не мигает. Ну так не должно, я ж... Ну так мастер же делал, ну, седьмого разряда. Сойдет, да? Сойдет. Ну, я вписалась не так, ну. Хорошо. Я на даче себе люстру вешала, не глядя, купила на обойке. Хорошо, что у меня оказался щиток с этой защиты. Ну. Я включаю, раздается бах, идет дым. И в люстре дырка прогорает. Слава богу, не прогорело. Я раскручиваю и умиляюсь. Провода скручены в кучу. Скручены в кучу. Очень часто такое бывает. Я говорю, ну, зачем мать. И что интересно, скрутили и заизолировали. Вот. Нет, что мне поражает. Не изолировали. Так, что у нас здесь? Выпадает резеточка. Интересно. Эта резеточка была или кто-то устанавливал? Ее просто переустановили. Там была другая, но точно так же был там. А кто переустанавливал? Да. Не знаете, да? А она и должна вываливаться. Сейчас что-то сделаем. Мы сделаем вот что. Одну дырочку сделаем здесь и одну здесь. Ставим дупелечек и закрепим. Выставим по уровню. Вот так. На всякий случай отметим все отверстия. Раз. 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 И еще раз. И посмотрим, какие более подходящие. Подходящие. Вот одно. И вот, очевидно, вверху второе. Но это цемент, а хотелось иметь бетон. А, дом кирпичный. Шурупчики советские. Из старых запасов. Ставим крышечку и прикручиваем. Все окей. И все окей. Принимайте работу. Спасибо большое. Ага. И вам, пожалуйста, будут денежки, звоните. Да, вот я как раз соберусь тогда, куплю профили, куплю кусочек ковролинчика и позову вас. Приду. Позову окей, вас. Хорошо, да. Вы уже знаете куда? Да, мне каждый день работать надо, вы не стесняйтесь, звоните. Хорошо. В любое время. Крутите все, что вам надо. Мне, да? Да, барахольте, как хотите. Блин. Вдоль, поперек, по диагонали. Да, это же коллекция. Это же экземпляр, это же для видео. Вы что, это же... Это называется дюбель, гвоздь, быстрый монтаж. Крепеж для ленивых мастеров. Как она висела? Я ее потянул, она у меня вот так осталась. Да? Если бы я пришел на полчаса позже, то уже все, был бы капец.
Ну, хорошо. Я рада, что я вас вызвала вовремя. Да. Тяжелая, перейти его. Ну ладно. Ну точно выбрасываете? Точно. Не, ну, окей. Вы,